Здравствуйте, это новости на канале СКАТ. С вами Юлия Клёнова. Смотрите в нашей информационной программе. Мне сестра позвонила вечером и сказала, что что-то страшное творится. 16 лет с момента трагедии в Самаре вспоминают сотрудников милиции, погибших в страшном пожаре в здании областного ПВД. Дети заходят увидеть животное. Поэтому должны они увидеть животное. Ухаживание. Чистые. Большие. Содержание и хорошая форма подкачала. Самарский цирк ждет капитальный ремонт и реконструкция. Болеют душой за дело, чтобы люди не болели. Самарские исследователи на пути внедрения ноу-хау с эхиноцеей. В Самаре вспоминают сотрудников милиции, погибших в пожаре в здании областного ГУВД. С момента трагедии прошло 16 лет. Тогда погибли 57 человек. Траурные мероприятия прошли у мемориала на улице Куйбышева. 10 февраля 1999 года. Страшные кадры пожара. От этого видео и сейчас у многих сжимается сердце и наворачиваются слезы. Та огненная стихия стала настоящей катастрофой. Это случилось в половине шестого вечера. Милиционеры подводили итоги года, и рабочий день был продлен. Кроме того, для составления отчетов были вызваны люди из отпусков. Даже по прошествии стольких лет коллегам, свидетелей того пожара, сложно говорить. Я здесь работала, 21 год проработала в здании, а за 2 года до пожара я ушла работать в институт МВД. И мне сестра позвонила вечером и сказала, что тут страшное творится, что люди выбрались из окна, а я работала на четвертом этаже, у меня там очень много коллег осталось. И получилось так, что мои коллеги, с кем я сидела в кабинете, Сергей, Женя, они сбросились с четвертого этажа и упали в сугроб. И остались, слава богу, живы. Поначалу милиционеры самостоятельно пытались справиться с огнем. Никто из них не ожидал такого ужасного поворота событий. Тревога прозвучала по радио. Был отдан приказ покинуть здание. Начал гаснуть свет, выключаться компьютеры. Большинство сотрудников только тогда начали осознавать всю серьезность ситуации. Огонь охватил быстро практически все здание. У многих попросту не было шансов для спасения. От безнадеги люди прыгали из окон здания, чтобы хоть как-то попытаться сохранить свою жизнь. Здесь, наверное, у всех мысль одна, это о том, что отдать долг уважения, память сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Здесь, наверное, не может быть никаких других мыслей, потому что сотрудники честно выполняли свой служебный долг. Только молчание и больше ничего. У многих наворачиваются слезы, для них воспоминания живы. Ведь 57 человек, чьих-то детей, родителей, коллег и просто друзей в тот роковой день так и не вернулись домой со службы. И к другим темам. В Самаре зафиксирована сезонная вспышка заболевания гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог только по итогам прошлой недели превышен почти на четверть. Но, как говорят специалисты, бить тревогу не стоит. Для этого времени года свойственно увеличение заболеваемости. Как уберечься от недуга, выяснял мой коллега Александр Семенов. Основные жертвы простуды – дети. В конце зимы ослабленный иммунитет нередко дает сбой. В случае необходимости в учебных заведениях вводят карантин. Как правило, он длится не более 2 недель. Из-за высокой заболеваемости учебу пришлось остановить в 12 школах региона. Уже в течение 2 недель идет распространение, эпидемическое нарастание, да, по заболеваемости острыми простудными заболеваниями и гриппом. Только за прошедшую неделю к врачам обратились 1000 самарцев с простудой. Тем не менее, об эпидемии в регионе говорить рано. Ее объявляют только при двойном увеличении заболеваемости. Отмечу, от самого гриппа люди страдают редко. Основной недуг – это ОРВИ. С ним нужно бороться, что называется, заранее. Главным профилактическим средством по-прежнему остается вакцинация. Сейчас в качестве вакцинных препаратов для профилактики гриппа используются высокоочищенные вакцины, которые практически не содержат никаких примесей, так называемые классы, их субъединичные, сплит-вакцины, которые содержат в своем составе только ту частичку вируса, которая отвечает как раз за выработку иммунитета. Специалисты отмечают, что лучше всего пройти вакцинацию в начале осени. Только в этом случае дается гарантия не заболеть простудой. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ.
Чтобы противостоять вирусам и промозглой февральской погоде, которые уже нанесли удар по здоровью жителей, важно позаботиться об иммунитете. Над этим сейчас работают ученые Самарского медуниверситета. Им удалось создать новые препараты с эхиноцеей. По сравнению с мировыми аналогами, они дешевле и, главное, эффективнее. А ноу-хау репортаж Дины Сметановой. Такого цветника нет ни в одном вузе Самары, причем все здесь выращивают вовсе не с декоративными целями. Из 300 видов растений в зимнем саду уже более 50 видов находятся в работе. Особое внимание исследователи уделяют эхиноцее пурпурной. Болеют за дело, чтобы люди не болели. Ученые медуниверситета уже около 30 лет изучают эхиноцею – растение семейства сложноцветных. Для дилетантов это просто гербарий, а для исследователей – ценное сырье, причем местного происхождения, из Антоновки Сергиевского района. В препаратах, присутствующих на рынке, разрекламированных, дорогих, действующих начал почти нет. Эхиноцея как раз действует, а вот большинство препаратов из эхиноцеи не действует. Пока самарские ноу-хау, более обогащенные действующими веществами препараты, существуют в виде настоек, экстрактов, таблеток, сиропа и даже геля. Аналогов как таковых сегодня нет. Сиропа, допустим, нет, даже зарубежного. Гель, действие несколько иное, противовирусные действия. То есть оно немножко неожиданно, может быть, для эхиноцеи, но тем не менее у эхиноцеи, кроме иммуномодулирующего действия, есть действия противовирусные. Но вот эти два эффекта, они хорошо сочетаются при местном применении. Допустим, вирус герпеса, как мы видим, что это может быть актуальным. Вот. Вирус гриппа? Вирус гриппа – это прирост, когда мы применяем внутрь, вот, начиная с настойки. Но прежде чем закричать «Эврика», нужно еще немного времени, чтобы завершить работу над водорастворимым инъекционным препаратом на основе эхиноцеи. До такого еще никто в мире не додумался. Детище самарских ученых и самый содержательный в России – электронный атлас ботаника-микроскопия. В атласе данной диагностики эхиноцеи и других лекарственных растений – выжимки из диссертаций. Теперь студентам не приходится постигать науку по сельскохозяйственным учебникам. Новизны, естественно, очень много. Дело в том, что эхиноцея – это хоть и такой популярный, известный объект, вот, но в нем до сих пор, несмотря на то, что мы защитили много диссертаций по нему, остались неоткрытые белые пятна. Целый ряд препаратов, само собой, иногда хочется на язык попробовать. Да? А вот, если я заранее знаю, что он иммуномодулятор… Признаются, пробовали, действуют. Вот только медуниверситет имеет разрешение опробировать данные препараты на мышах. Специалисты очень надеются, что вскоре у них будет больше возможностей, в том числе выход на производство в связи с созданием регионального кластера медицинских и фармацевтических технологий. Фабрика в Петербурге, правда, уже выпустила мощный препарат с эхиноцеей, воплотив одно из ноу-хау, описанное в научной литературе самарцев. Но наши не обижаются. Говорят, все равно приятно, что идея работает. А у самарских исследователей их еще много. Дина Сметанова, Эдуард Растегаев, СТВ. Фантастические возможности героя фильма «Матрица» станут реальностью. На базе Центра прорывных технологий медуниверситет дал старт проекту восстановления нейронных связей. Все ради тех, кто перенес инсульт или попал в ДТП и лишился возможности двигать конечностями. Уже закупили лабораторное оборудование. Перспективы направлений взаимодействия с IT-компаниями обсудили с зампредом областного правительства Станиславом Казариным. По прогнозам, в течение 10 лет проект человека-машинных интерфейсов будет реализован. Вот задача какая? Найти эти нейроны, которые отвечают за движение, конкретно руки и ноги, сделать так называемую тренировку их, да, то есть вот научить их таким образом регулировать, что потом, используя неинвазивные или инвазивные датчики, можно воздействовать условием мысли, да, так вот этого слова можно сказать, возможность перемещения конечности. То есть, например, лежачий больной сможет после определенной тренировки, и у него какой-то индивидуальный шлем будет, да, и он сможет тем самым спокойно, ну не спокойно, во всяком случае, какие-то движения себя обслуживать. Взять чашку, выпить воды. Ну а сейчас прервемся и вот о чем расскажем во второй части нашей программы. Выездное направление, по нашим оценкам, на сегодня уже снизилось на 60, наверное, 70%. Время загорать в России. Туроператоры взвинчивают цены на речные круизы и базы отдыха. Продолжаем выпуск. Самарский цирк капитально отремонтирует. Эту новость руководитель учреждения Татьяна Ефремова озвучила на пресс-конференции. В планах Росгосцирка поменять не только внешний облик, но и содержание сами программы.
Цирковые программы сейчас отличаются техническими новинками, лазерным шоу, качественным звуком и все более сложными трюками. Артисты стараются, и люди, и животные. Даже царь зверей, лев, и тот показывает на арене настоящее представление на радость зрителям. Творческая составляющая цирка на высоте. А вот само здание внутри и снаружи давно вызывает нарекания самарцев. Но директор Татьяна Ефремова сообщила, что уже готова часть документации, чтобы начать ремонт. Когда именно, определят чуть позже. Продлится реконструкция 3 года. Наш город получит современнейший цирк с современным зданием, современным оборудованием. На это время никак цирк не будет прекращать свою деятельность. То есть я надеюсь, власти города и области помогут нам в хорошем месте поставить цирк Шапито. Вот. И в зимний период мы где-то будем брать дворцы спорта. Дрессировщик из Египта Хамада Кута в цирке уже 26 лет. Впервые в клетку ко льву зашел вместе с отцом в 2 года. Он видел цирки разные, объехал весь мир. Говорит, что в Самаре условия не самые худшие, но ремонт, конечно, необходим. Но все же самое главное происходит на арене. Дети заходят увидеть животное. Поэтому должны они увидеть животное. Ухаживание. Чистые. Большие. Кушать, такие, как мои, у меня все толстые, такие бузатые. Ни ребра не видно, позвоночник не видно. Все как положено. И слава богу, тоже зрители мне сказали, они ухаживание, они красивые. По мнению Хамады, цирк в России переживает второе рождение. Ушли временщики, которым нужно было лишь по-быстрому заработать деньги, не заботясь о развитии жанра. В планах самарского цирка увеличение и творческой составляющей. Зрители активно будут развлекать в антрактах, проводить конкурсы и тематические программы. Максим Остриков, Эдуард Растегаев, СТВ. Жильцы целого подъезда в доме по улице Высоцкого, 4, замерзают в собственных квартирах. Батареи здесь остыли почти неделю назад. Причина известна и жителям, и коммунальным службам, но устранять ее никто не спешит. О своих неприятностях и диалогах с разными инстанциями люди рассказали нашим корреспондентам. Улица Высоцкого, 4. Проблемы с подземными коммуникациями во дворе начались во время старта отопительного сезона. Со слов жильцов, ответственные службы сообщили, что теплотрасса требует ремонта. Но за 4 месяца к нему так никто и не приступил. При этом батареи в квартирах оставались горячими. Так продолжалось до минувшего четверга. 5 февраля отопление пропало. Совершенно холодно. Батареи холодные, не прогреваются. Ходим одетые и спим также. Газом. Я газом отапливаюсь, соседи там обогревателями. Я обогреваюсь обогревателем мощностью 2 киловатта. То есть я за электроэнергию, он у меня сжигает больше 200 рублей в сутки. Но проблемы жильцов, судя по всему, не сильно тревожат тех, кто обязан заниматься решением вопроса. Сразу несколько инстанций от ремонта открещиваются. Откуда еще ждать помощи, жители уже не знают. О, альтернативы говорят, что... Копать должны, так сказать, администрация района. А администрация района говорит, что должна копать его альтернатива. И в прокуратуру, и в горжилинспекцию. Я даже не знаю, куда мы еще не обращались. Вот очень интересный ответ прислал глава района, что да, порыв не ликвидирован. Когда ликвидируем, мы вам об этом скажем. Хотя, в общем-то, мы сами видим, что он не ликвидирован. И когда его сделают, мы тоже увидим. Нам не надо будет ответов никаких. Илья Егоров, Николай Епифанов, СТВ. И к другим новостям. По поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева в губернии разработан план устойчивого развития экономики региона и социальной стабильности. По поручению губернатора Николая Ивановича Меркушкина для этого была создана специальная комиссия. На первом ее заседании был представлен проект плана. В общей сложности в сверстанном плане прописаны 68 мероприятий по стабилизации экономики региона. Прежде всего, это активизация экономического роста. Предполагается поддержка крупных предприятий области, а также малого и среднего бизнеса и, конечно же, сельхозпредприятий. Большое внимание будет уделяться развитию импортозамещения. Планируется также введение гибкой налоговой политики. Одним из приоритетов является поддержка строительного сектора. Еще одним важным пунктом стоит оптимизация бюджетных расходов. Как подчеркнули на заседании, несмотря на сложную ситуацию, все социальные обязательства будут выполняться в полном объеме. Не исключено, это нормальная практика, что в него будут вноситься определенные коррективы, наработки. И я думаю, что нам все-таки позволят тот опыт, который мы имели в предыдущие годы, пройти этот период достаточно нормально и сохранить все те наработки, все те социальные блага, которые мы на сегодняшний день имеем для нашего населения.
Туроператоры поднимают цены на речные круизы. Несколько дней на теплоходе обойдутся в этом году минимум на 15% дороже. На такие развлечения коммерсанты ожидают большой спрос. Заграничные путевки настолько подорожали, что поток туристов за рубеж сократился на 70%. Какие шаги предпринимают бизнесмены, расскажем далее. Российский туризм оставался выездным больше 20 лет. Сейчас операторы вынуждены в срочном порядке осваивать внутренний рынок. Весной и летом коммерсанты ожидают ажиотажный спрос на турбазы и речные круизы. Задействуют суда класса премиум. Первые рейсы запланированы раньше обычного, в конце апреля. Как надеются чиновники, теперь в Самарском регионе начнет стабильно развиваться и событийный туризм. Сейчас уже активно базы отдыха придумывают разнообразные программы для жителей. В том числе различные событийные мероприятия, которые появляются новые. Ну, буквально вот на днях прошел фестиваль «Жигулевская вишня». Удалось привлечь ни много ни мало 6 тысяч гостей. Интересных событий в календаре губернии много. При нехватке средств на дальние поездки местные праздники и экскурсии должны набрать особую популярность. К 70-летию Победы у нас разработан цикл экскурсионных познавательных маршрутов, которые включают в себя и туры в Москву, в Петербург, в Саратов. О таких направлениях, как Сочи и Крым, туроператоры говорят, у приморских территорий нет ни специальной инфраструктуры, ни транспортной доступности, к которой привыкли люди с достатком. Способны ли отечественные курорты заменить достоинство, к примеру, Лазурного берега, эксперты не уверены. Но одно они знают точно. Опыт пережитых кризисов показывает, как только экономическая ситуация начнет налаживаться, туристические потоки, выездной общероссийский, сразу же вырастут как минимум на 20%. Юлия Кленова, Николай Сидоров, СТВ. Объединили усилия. Ученые передовых самарских вузов, студенты и школьники встретились на региональной площадке 5-го Всероссийского фестиваля науки. В этом году оргкомитет получил несколько сотен заявок. В центре внимания инновационные проекты, пользу от которых может получить каждый житель губернии. О том, как доносят и продвигают научную мысль. Наш репортаж. Учение, свет и перспективные профессиональные связи. А уж о том, как связь на огромное расстояние передается по оптическому волокну, специалисты Поволжского университета телекоммуникации и информатики знают все. В стенах именно этого вуза появилась адаптированная программа аппаратной сварки совершенно разных типов волокна. И то, что когда-то было мучительно долго и неэффективно, теперь вопрос нескольких секунд. Сейчас даже есть волоконно-оптические елки. Это елочки, которые с оптического волокна, у которых вот так же вот свет светит. Оптическое волокно, оно повсеместно. Интернет. Без интернета сейчас не может никто. Если хотите интернет с хорошей скоростью, волокно должно быть доведено до дома. Вот сейчас до дома каждому абоненту доводится вот такое оптическое волокно. Оно фактически уже стучится в двери. Новые разработки продемонстрировали в сфере сельского хозяйства дозаторы, смесители сыпучих кормов, аппараты для точного высева зерновых, в которых механические узлы заменены на электронное управление. Повышают урожайность и продуктивность в животноводстве, а значит, проблема импортозамещения решаема. Иностранные производители сельхозтехники уже выпускают подобное оборудование, но они стоят очень дорого. И если получится реализовать проект в условиях Самарской области, то проект будет в разы дешевле. Очень учиться захотелось, очень, да. Мотивация очень большая. Что нам привлекательно именно в Самаре, это то, с каким рывком Самарская область действительно рванула в последние годы, насколько она объединяет научные организации. Столичные представители дирекции Всероссийского фестиваля науки напомнили, презентационные площадки нужно адаптировать под посетителей любого возраста с 0+. Дина Сметанова, Олег Павлов, СТВ. О наиболее заметных спортивных событиях в жизни региона в нашем обзоре. Крылья Советов начинают сбор в Турции. Команда приступает ко второму зарубежному сбору. В солнечной Турции с 10 по 25 февраля будут тренироваться 30 футболистов Крыльев Советов. Стоит отметить, что тренерский штаб команды совместно с селекционным отделом пригласил на просмотр 4 молодых футболистов. 19-летнего нападающего Михаила Земского, выступавшего за Владимирское Торпедо, 21-летнего форварда новороссийского Черноморца Семена Синявского, 23-летнего крайнего защитника Евгения Шляпина из КамАЗа, а также 20-летнего левого защитника московского «Динамо» Григория Морозова. Все эти игроки будут задействованы в ближайших тренировочных матчах. Крылья Советов проведут 5 игр.
Красные крылья готовятся к очередному матчу в единой лиге ВТБ. На Волжские берега пожалует эстонский Калиф. На данный момент волжане замыкают десятку сильнейших команд первенства. В их активе 6 побед, в пассиве 9 поражений. Дела у эстонских гостей обстоят немного хуже. Скромная 12-я строчка. 6 побед при 11 поражениях. Красные крылья намерены укрепить свое турнирное положение. Волжане всерьез намерены порадовать своих болельщиков победой. Тольяттинская «Лада» теряет шансы выйти в плей-офф континентальной хоккейной лиги. Сейчас для команды игровые очки на вес золота. Волжане попробуют исправить ситуацию. 18 февраля в Автограде они сыграют с екатеринбургским «Автомобилистом». Противостояние будет весьма непростым. Это понятно, ведь уральцы также по итогам регулярного чемпионата хотят попасть в игры на вылет. И у меня на этом вся информация. Далее смотрите прогноз погоды и программу «Абзац». В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского, gslimanski.ru. Читайте наши новости первыми в социальных сетях, в группах «СКАТ» и «СТВ Самара». И заходите на сайт телерадиокомпании «СКАТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи.